Преимуществом может стать не только отличная физподготовка, но и хорошее настроение. Ими запаслись все участники регионального этапа «Лыжни России». А воспользовались на 100% ангарчанка Надежда Шуняева и иркутянин Евгений Иванченко. Им потребовалось меньше получаса, чтобы преодолеть 10 километров снежного пути. А другие цифры самой массовой лыжной гонки прямо сейчас. На историю брось взгляд. Докопайся до начала, много сотен лет назад крепко Русь на лыжи встала. Снеговая кутерьма по стране вовсю гуляет, где 6 месяцев зима, только лыжи выручают. Белый снег вокруг, небо синее, и уходит вдаль лыжня России по просторам поближе. Лесами по долинам от Москвы до Сахалина, по просторам по длинным, по лесам и по долинам от Москвы до Сахалина. Победители, молодцы!